Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу рассказать вам о своем эксперименте. Я красила яйца, луковая шелуха плюс каркаде. И оставшимся раствором решила покрасить трубочки. Я выпарила раствор, и когда опустила трубочку первый раз, у меня получился вот такой вот розоватый оттенок. Очень похож на цвет махагон фирмы «Умный ремонт». Вот трубочки махагон. А вот трубочка луковая шелуха плюс каркаде. Обычно в самоваренную морилку мы добавляем соду. И когда в этот раствор я добавила соду, у меня получился вот такой вот оливковый оттенок. Обычно в морилку при окрашивании я добавляю лак. Здесь я добавила старенький свой лак, остатки. И поэтому на трубочках получились такие черненькие точки. Но это не столь важно. Самое важное, какой получился цвет. Камера, конечно, особо не передает. Но могу сказать, что это коричневый плюс оливка, скажем так. Вот такие трубочки стали после высыхания. Обязательно что-нибудь из них сплету и покажу вам. Так что, ребят, экспериментируйте. Это всегда интересно. Спасибо за внимание. До свидания.